Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Попрыгунчик. Здравствуй, пандочка. Привет. Какой замечательный шарик. Шарик? Он же не воздушный, он пластилиновый. Шар – это такая форма, круглая со всех сторон, как ягодка или бусинка и клубок. Здорово! Буду лепить бусики для неваляшки. И оп-оп! Здравствуй, крошек. У тебя новая игрушка? Привет! Это попрыгунчик. И сейчас я попаду им... вон туда! Привет, крошек! Привет, пандочка! Может, хватит уже? Пандочка, я почти попал. Вот, смотри. Попал. Мой шарик, он был такой круглый. Но он и сейчас круглый. Он со всех сторон был круглый. А теперь просто кружок. Извини, пандочка, я хотел попасть в цель. Крошек, а может тебе потренироваться? Да, но на чем? О! Есть идея! Оп! 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 Ха! Молодец, крошек! А теперь вон туда попади! Бусики? Давай. И где же они? Ой! Пандочка, теперь все твои шарики стали кружочками. Ха! Так это же бусики для неваляшки! Ура! Ну вот, были бусики-шарики, стали бусики-кружочки. Как хорошо, когда друзья поддерживают друг друга. Крошек? Круг и шар. Что это, ежик? Так, круг, а так шар. Знает каждый малышарик, что такое круг и шарик. Где они встречаются, где они встречаются? Чем похожи и чем отличаются? Всем известный колобок, шар, шар, шар. Ёжик свернутый в клубок, шар, шар, шар. Ну и малышарики тоже, в общем, шарики. Да! Друг, мы с тобой споем про круг. Погляди скорее вокруг, погляди скорее вокруг. Ты увидишь всюду круг. Колесо у велосипеда, круг, круг, круг. И тарелка для обеда, круг, круг, круг. Пуговка в ладошке, пятнышко на кошке. И планета, на которой проживаем мы
с тобой, не поверишь, шарик голубой. Новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Самый лучший приз. Этот приз получит тот, кто детали соберет. Здравствуй, барашек, ты придумал стишок. Здравствуйте, я придумал новую игру для друзей. Очень интересно, а вот и друзья. Ой, что это? Это приз. А кому? Всем. Соберете картинку и получите приз. Ого! Интересненько! Я люблю призы! А как собрать картинку? Деталей-то нет. Их надо найти. Одна деталь в лесу, вторая на вершине, третья в машине, а четвертая за речкой. Чур я на речку, а я на вершину. Ой, а я тогда в лес. А я в машине. А тут? Ой! Ты не укололась, Нюшенька? Нет, я нашла! Вот он, кусочек картинки! Высоко! Так, так, и залез! Здорово! Ха-ха! Пошел! Тук-тук-тук! Надо сделать... Что сделать, пандочка? Надо сделать прыг-прыг-прыг-прыг. Ура! Достала! Да, в машине лежит. Поехали! Получился мандарин! Ура! А теперь приз! И тут мандарин! И это не просто мандарин, в нем чудесный витамин. Точнее, много витаминов. Какие такие витамины? Витамины – это то, что помогает нам быть здоровыми и веселыми. А что, и правда сил прибавилось? И настроение! Во! Побежали дальше играть! Молодцы, малыши! И хорошо поиграли, и подкрепились с пользой. Витамины. Барашек, тебе какой витамин? Черненький или зелененький? Мне полезненький. И мне полезненький. Овощные магазины и фруктовые витрины ждут нас всюду витамины. Наши А, Б, С, Д. А вы спросите у Марины, Коли, Феди и у Инны. Вот-вот. Как полезны витамины эти А, Б, С, Д. И мы растем смелее, Б. И мы сильней слона, С. Мы больше не болеем, Д. Мы крепки, как стена. Витамины, 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 витамины. И мы растем смелее, Б. И мы сильнее слона, С. Больше не болеем, Д. Мы крепче.
спасибо, витамины. Ох, спасибо, витамины. С вами мы непобедимы. Вот так. А, Б, С, Е. А, Б, С, Б. Новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Потеряшка. Здравствуй, барашек. О, сколько у тебя треугольников? Здравствуйте, да, целая гора. Целая пирамида. Пирамида? Пропала моя пирамида. Ну почему же пропала? Просто ей чего-то не хватает. Тут должна быть палочка. Сейчас принесу. Это сюда. А? Этому самое место здесь. Так. Крошек, ежик, здравствуйте. Уборку затеяли. Здравствуйте. Ага, убираем. Вот палочка для пирамидки. А где же она? Только что здесь была. Барашек, ты что-то потерял? Да, пирамидку. Мы найдем твою потеряшку. Похоже, но не она. В моей еще дырочки были для этого. Ну, раз пирамиды нет, то и палка не нужна. Клади в коробку. О, так вот же она, моя пирамида. Это же треугольник. А мы искали пирамидку. Раз треугольник, два, три, четыре, а вместе пирамида. Нашлась моя потеряшка. Треугольники такие тонкие, а пирамида вон какая. На нее и забраться можно. А можно вокруг побегать. Какие молодцы. И потеряшку нашли, и порядок навели, и пирамиду построили. Треугольник и пирамида. Какой необычный домик, малыши. Это крепость из пирамиды и треугольника. И у Кати, и у Оли, у Артура и Давида. Среди всех игрушек где-то притаилась пирамида. И такая пирамида у тебя, мой друг, стоит. Сколько малышей собрали разноцветных пирамид. Мы с тобою пирамиду нежно на руки возьмем. И повертим, и покрутим, и тот час с тобой поймем, что не плоская она, что со всех сторон видна, что у нашей пирамиды, представляешь, есть объем. О! Барашек, смотри, сколько пирамид! Пандочка, здесь только одна пирамида. Видишь, у нее тут треугольник. А
А это пирамидки, игрушки такие. Пирамида, пирамидка, поняла. Треугольник, не в обиду, хоть похож на пирамиду. С виду четкий, с виду броский, но, увы, приятель плоский. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Тигренок. Здравствуй, крошек. Чем это ты так занят? Привет! Я не крошек, я дикий тигр. Ого, какие когти! Ага, пойду остальным покажу. 3, 4, 5. Я иду искать. Никого. Убежали куда-то. Может быть, их что-то напугало? Интересно, что? Ой, шарик! Шарик, стой! Барашек, тигр поймает твой шарик. Оп, барашек, держи. Твои колючки, мой шарик. Как его? Раз и поймал. Тигр все поймает. Есть еще шарики? Барашек! А он чего? Тоже испугался? Барашек расстроился из-за твоих колючек. Интересно, каких? Я сильнее всех в лесу, на спине свой дом несу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не крошек, я быстрый тигр. Быстрый? Тогда ты водишь. Теперь ты. Пандочка, ты не хочешь играть? Хочу, но твои царапки очень острые. Ой, царапки? А еще колючки и пугалки? Это все когти. Но без когтей я совсем не тигр. Еще какой тигр? Смелый, ловкий, быстрый. Только не дикий, а домашний. Тигренок! Все верно. Когти нужны тиграм. А малышам без когтей намного лучше. Подстригание ногтей. Пандочка, после душа спать? Стричь коготочки! С каждым днем, с каждым днем мы растем, как в саду цветочки. Ну а с нами растут, ничего не сделать тут нам. Ноготочки. Ой, 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 ой.
Ой, растут, растут, растут наши ноготочки. У сыночка растут и растут тут дочки. Чтобы нам не превратиться в медвежонка и орлицу, будут ногти стричь чик-чик, чик-чик, чик-чик. Девочка и мальчик, чик. Ой, растут, растут, растут наши ноготочки. У сыночка растут и растут тут дочки. Чтобы нам не превратиться в медвежонка и орлицу, будут ногти стричь чик-чик, чик-чик, чик-чик. Девочка и мальчик.